Угу. Это поздравительный адрес от главы, от президента. Москва, Крым. Да. Это от главы, и вот такую продуктовую корзину. Спасибо. Администрация городского округа продолжает вручать поздравительные письма от президента Российской Федерации. Цветы, подарки и грамоту получила ветеран Великой Отечественной войны 95-летняя жительница Химок Клавдия Степановна Полуяхтова. В военные годы служила в разных регионах страны. Ее навыки спасли жизни многих солдат. Могу сказать, мы готовили шифровальные все принадлежности для воинских частей. В общем, я по специальности шифровальщик. В 70-х годах вместе с мужем получила квартиру в Химках в микрорайоне Левобережный. С тех пор здесь и живет. Сейчас за ней ухаживает дочь. Клавдия Степановна бережно хранит награды и фотографии для своих детей и внуков. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.